Геру, да? Не бьем его, только хиляйте поклоны. Сразу шипы разбивай. Давайте в эфире, станьте все в квадрат. Квадрат, станьте, станьте в квадрат. Квадратик. Беги, малышка, беги! Кстати, не бейте, у нас тут лук был не очень, так что просто ставьте в квадрат и разбивайте шипы. По шипам. Кому истерик? По желанию. И все с этих, с пламени. Ну, с пламени отойдите, вы чё? Ой, трясли. Это вайп. Там бля, минус 8. Падай. Блёд, извините, пожалуйста. Это ДП. Давай хотя бы не 500, давай хотя бы соточку. Единственный выход — это смерть. Снимай, что ты теперь. Лес. Это меня что, в нижний канал кто перенес? Кто? Не знаю. Ребро исчезло, ура! А чё, всё? Не будет? О, да ну ты... Джерин, ты чё, меня ниже каналом закинул? Чё? Меня ниже каналом закинул. Я почему-то ниже каналом был и сам собой был базарил. Так, он бы не смог тебя закинуть, он же админ, как и ты. Не, админы админов могут, кстати. Кай. Гим, еще ломаю. А то я кричал гим. И никто не дал, я думаю. А, холи пристал, походу. Нормально слышно или тихо? Да, нормально. Нормально. Я там сам с собой общался. Ничего. Ну, мы его убили. Не, ну если бы гейм на хп спели, бы убили. Да там захила никакого не было. А с рыбкой ставлю. Не, ну мы, кстати, два хила справлялись там. Да не справится никто без два хила никогда. Не, ну если сейчас уже стоять будут, конечно, мы. Там лужа неожиданно разлилась, причем конкретно. Там все ожиданно разливается. Неожиданно это когда ты не ожидаешь, надо ожидать. Ну, когда она, ты понимаешь, либо по узкой разливается, либо вообще она разлилась так, что не выпрыгнешь. Будет бегать идти, алло. Да он шутит, он поприседает, слышишь, что там, бегут. Поприседай лучше 100 раз. Бег на месте, как Высоцкий пел. Бег на месте. 3-4. Слышишь? Не страшны дурные вести. Начинаем бег на месте. Высоцкий топ. Хачик может тут стрелять? Он пристабав. Давайте, дайте фулбаф. Еще чекну. Петов на пассив поставьте. Контр... П вроде. Рыбу поели или еще одно поставить?
нормально тату. Ванёк. Тату. Китикат. 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 Че он на пристани зашел? У него же есть ЧП. Пет, пет. Блин, вы че гоните нахер? У меня тут, короче, клавиша погнулась. Да нормально, бейте, алё, бейте, бейте. Все тут же. Нерв, блядь. Бля, сорян, у меня, походу, мышка, батарейки сели. Ну все нормально, под босса только встаньте. Давайте шипы. Блин, если это мы в качестве упадем, я кину 500. Ну, пойдем. Я сейчас после этого босса минутку отойду, проверю, что у меня. Ты еще что, сахар готов? Давай, сахар. Сахар, ты давай, Пал. Ты этого выросли в ЦВК. Сахар, давай, Пал. Ты не молджаст тусуешься, блядь. Он на шипе. Тряку, блядь, я на шипе сижу. Это шипа. Бой, подними меня. Два. Гим. Раз, два. Вот гим, но. Вы раздейте, выйдите из луж. Из луж. Отлично. Ну что, я не знаю, ну выйдите, слушай, что вы в них стоите? Нельзя вот там, в паре. Лол. Вы как будто, я не знаю, ну... Единственный выход... Это вихрь костей! Единственный выход, это вихрь костей. Беги, малышка, беги! Вот что бывает с людьми, когда они не сходили на йога плюс ноль. Не порулили голову, настроение ни к черту. Ты попал, ты далеко не убегай. Гасите Аликова. В натуре гоните, я вам отвечаю, короче, с этими пулами, этими жопами, жопомными. Пета на пассив надо ставить всегда. Там, короче, если тыкнешь мышкой, типа, на босса правой кнопкой, то пет бежит, как бы, ну, типа, ты атаковать готов. Типа, из блока. Угу. Типа, у меня макрос мог бы скинуть, который пет вообще полное бездействие, стоит, ничего не делает, пока ему не прикажешь. Он даже не двигается, он стоит. Хорош тот пет, который не двигается. А то так вспомню, как когда петы багались, дрыгались вот так туда-сюда. Это вообще жесть. Лол, блядь, ты играешь? Давай на месте бегай. Возле компа беги, уже беги. Красота, среди бегущих первых нет, и отстающих, выигрыши даже начинающих.
А. Да? Ну, в такое время бегать, ну, это бесполезная хуйня. Почему? Потому что можно бегать натощак с крючка. Ну, по идее, да. Вечером силовуха. Утром легкая атлетика. Днем техника. Так он худеет. Ну, нет смысла бегать вечером. Ты потом отдыхаешь, ну, ты прав. Дайте шкаф, пожалуйста. Ну, если, например, с кирпичами, то есть смысл вечером бегать. Ну, да. Ну, типа, если так на голове. Ну, килограмм так 20-30. Но это как испугаешься. Я имею в виду. Я имею в виду, как Губин бегал, блядь. Кирпичи в рюкзак и побежал. Ну, блядь, слабак. Так, давайте бафы, а Йоша будет бафать всем кулаки, понимал, джаз сказки и тюменская манурек. У нас половина не нашел. Бля. Каску по преснам, пожалуйста, тоже. Нам. Чек. Дайте каску по крыльям. О, спасибо. По шаманам тоже. На ману пью. Тика, ты пришел? Китикэт. Аня, что не хватает? Каску, крестам. Все готов. Все готовы, зашли за линию. Встали в квадрат, потом квадрат. Петов на пассив, все, начинай. Стойте в лужах. Яр. Тишика. Поиграем. Шип сбейте. С ханта шип. С ханта шип. Жок, не стойте только. Разбежали станки. Бейте, не бейте. Бейте все с... Вот он, квадрат. Бейте с квадрат. Давайте, шипы. Бежали с полужу. Пою гимна, а не, не пою. Шипы. И все под фрейм. Сбили шип. Ну чё вы танков хилите? Слушай, уже вайпимся, разойдемся, тут что-то не то. Шаман уже падает 300 раз в луже. Что я сделаю? Вообще не бьются. Хилы на шипах. Все. Писаки покопал. Осколки.
Северн Снайп. Лесный, в рольте шип. На успех. Шип успех. Надо кому-то. Сну. О, корольки. Колспек. Колспек. Надо кому-то ок. А перчатки там надо кому-нибудь, нет? Перчатки влезни-то там, я отдал на распылочек. Кому-то надо перчатки? Да я бы не отказалась. Конский упал, походу. Сейчас попробую поднять. Угу, то и так. Что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше... Блин, по какому скачку кто-то побежал? Мы же даже еще сами не добежали. Ты уже взял свое рыло. На поле вроде трэш на БДК, и на протопало. Нехило дело в танке. Чат подлакивает? Нет, не подлакивает. Ну. Аня, ты вообще тут? Да, да, это вообще. Интервью. Дебин, ты тут? Чё, да, слышишь, там, короче, БДК убили, и, короче, и всем пиздец. Все убили, а ты знал? Я понял. А это пугарит или нет? Чего? Это пугарит или нет? Пугарит. Ну Кайзер Левин, тут покикали нормальных людей, мы теперь будем всегда так убивать. Ну это какой-то пиздец. Попал, давай, пуль. Туда, дайте давай. Бафы там. Вот, да, что все хилы есть. Алька только АФКш. Кралька, че ты АФКш? Сейчас напишет, что ее убили, по-любому. Я АФКшу? Да, ты где-то локом там летаешь, на ледяной короне. Я реслый. У меня мут, если что. Я могу шаманом зайти. Но на некоторых боссах пойду локом. А чё у тебя мут? А? Почему у тебя мут? Что? Мут у тебя почему? Я сейчас погромче сделаю, подожди. Она капсом писала. Ты хил ещё один, так что... Тотем спеть не стоит в рестор. Всё, что там? Вот зашёл, да, спрашивали. А, это я Поклонского звала. Ты ему отсюда хотела на X5 капсом написать. Чтобы он увидел. Да-да. Чё, мне на локе? Беги, малышка, беги! У нас демона нету. Как я демон? Кралька демон. Где она? Ну я демон. Демон. Диан, че ты не разводишь, Антон? К нету демон бафа, она где-то тусуется, а мы тут умираем. Меня убили. Давайте два этих БДК слева, протопал справа, только смотрите осторожно, потому что рейд слабый, так что шаман. Все заливаем трэш. Дайте фулбаф, даю баф от Вестовский, оп. Давайте готовность чек. А есть у кого-то банка на СПД? Рыба. О, отлично, сейчас я приеду. Дайте банку на СПД.
капли паладина, не забудьте. Давайте чек еще раз. Все готовы, давайте на счет один начинаем. Три. Угу. Погнали. Типа трашу заехали. Контроль игроков. Ты не в сил противиться моей. Давайте контроль, Айош. Ты нам не надо. Фир, сейчас дисплейте с меня. Тип трэш. Ты слева залили трэш. Вы диспелить будете, блядь, с них, нет? Приверженца убейте слева. Будем милики слева. Стоп ДД, стоп ДД по леди, трэш 3 секунды, стоп ДД по леди. Убейте трэш. Справа слева интенсивнее слева. Я освобождаю тебя от проклятия. Ты не в силе противиться моей воле. Катя тебе собаков. Довольно. Пришла пора взять все в свои. Турфал рез и пижон. Да где? Ой. Я тебе успел кинуть дух, пиздец. Ты шо? Клански, набери агро, чё вы БДК не можете агро набрать? Ханта, лень, напуливайте, вы чё? Надо трэш бить. Милики там, БДК всякие. Трэш не бьёт никто. Трэш бейте слева. Смотрите духи центра. Так, Войт, ты резал пижон? Нет. Ресы. А этот от Хотея, ты реса интерлюда. Бей играешь. Офигенно. Нету друидов живых. Вижу уже, что нет. Надо резать, когда я говорю, а не когда. Ну ты когда спрашивал, меня убили. Падайте. Блин, два БДК, леди спускается. Вы агро не можете набрать? Почему она убивает двоих? Они, наверное, не отбежали от нее. И умерли смертью храбра. Братья, что вы там танчите? Дорога, блин, сложно прожать на пул на БДК. Вы осознали бессмысленность своих. Три ханта, тем более, да? Вы осознали бессмысленность своих действий. Чем объяснить, да? Кадераско. Чем мне объяснить? Ханты просто не знают свой класс, все. Да это прикол, у меня корефан на работе постоянно так. Чем объяснить? Как понять?
такой оборот использую. Чё, Хантом играет? Что привело тебя сюда? Дима, мне надо дойти на 2 минуты. Еще Оксана не подошла. Блин, Оксана, ты на приколе? Там есть портал. Ты пиздец. Да, наверное, еще пока не знает. Это мне я лучше сказать. Чекните. Дайте еще раз крестов. Ваня, ты готов? Все, давайте погнали. Трэш. Трэш все сыграли. Это он что, он шутнул кого-то? Треснул. Кто? Это я подними интерлюда, у тебя есть бар? Бейте трэш. Сейчас подниму. Ну как он уже стоит? У нас нету ДЦ в рейде, если ты не заметил. Дай контроль. Айоши, энковер. Тут фанатик. Фанатик. Третий трэш. А, бейте пока, бейте. Бейте в трэш, бейте в трэш. Контроль. По Йоши контроль.
Ты на БДК? Бейте справа. Трэш справа. Извините, там дегир. Бейте лень. Типа на целом контроле. Пиры, чтобы не звездопад не взяли. Секунда. Ух, пронесло. Сейчас будет справа, готовьтесь. Ой, посторожили по варенька. Крылья с диспыльте? Я не мог жалко. Трэш справа. И трэш справа. В центр смотрим. Ты не в сил противиться моей воле. Жену, дайте контроль. Уж уже не бьем, добивайте лень. Это нормально, то что дух до меня долетел, до протопаладина, и блок сделалось? Да. Вроде да. Помажет тоже, типа, он может и промахнуться. Или там спекайся обратно в Элиму. Не боты надо. У тебя и есть. Я тебе дал, кинул бот в сумку. Спасибо. Я тебе там трэш. Ух ты. Ты не знал, что насладить. Банк. Или бэнк. Без шума. Ничего, ничего. Это теория, надо пока отойду на винт, ладно? Иди. Передай охоту всем, да? Все, я дошел пока. Квест будем делать? Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Кроме танков и хилов садитесь в пушки, кто хочет. Чек. Я пока это вторым окном зайду.
Бля. Я так и не успел сделать свои дела. Где ты листит отель? Наверху. А как ты так быстро? А тебя эти ванни уфнул. Как ты так быстро здесь оказался? Прямой отсюда прыжок можно сделать. Сюда. С прицела с этого. Гляньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Че, будем на этого прыгать? Артрон, на Мурадина? Изи. Жопой на лицо. О, какие у вас сексуальные отвращения, ребята. Своим совильным пуканом. Что это там вдалеке? Мед еще не готов. Слава, ну от кого? От кого? Я от тебя не ожидала. Вы разряжайте сейчас. Щелкайте двойку там. Блядь, я же должен был умереть. Ой, бейте этих оружейников всех. Трэш на наш. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Ну зачем ты туда полетел? В каком смысле, зачем ты туда полетел? Чтобы ретин стаков поставил? Корабль под обстрелом! Лох! Видели, как я вернулся? Убивайте маги. Не, ну вы видели, сова из бездны просто. Убивайте побыстрее, я могу убивать только. Пушки интенсивнее разряжают. Угу. Ну только перебивай по фланге, только сразу не добивайте пушки, там 4000. Все, захожу сейчас буду. Я там плюсанул, короче, возьми плюс. Я скажу, когда бить, перелетаем, рейд. Бьем еще никто. А, блин. Самоняйте меня. Наряда сколько? Ну там, 10 сколько, все такое. Кстати, что? Да я прям вышел из пушки и стрельнула эта фигня, и меня скинула с корабля. Сейчас я уфаюсь. Где там этот шкаф? Против ваш, уже утонул. Понятно.
Лол, что, я... поставьте? Я говорил тебе, бегай, ну, на месте, блядь. Норкрон, выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Не послушал Лол, только что... Да не надошка. Надошка. Три лока не могут шкаф поставить, заебись. Ставьте шкаф, надо сумануть друида. Локи. Тюменский успех не снять на боссе, вряд ли у нас нету мана региона вообще. Только я. Ставьте шкаф, минута до боя. Дай шкаф. Козырь, ты тут? Дай шкаф, козырь. В смысле не ставится? Ну так другие локи есть. Люд, дай шкаф. Сердце Тренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в городах. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно. Но я лечу пока. Выжил, мой сын остался. 30 секунд успел. И чист. 25 секунд. Куда, до чего? До пула. А зачем вы запустили? Не запускал, я вещь разрулил. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Как вы заебали все без команды делать? Падайте, Поклонский нихуя не делал. Да не, не надо, ты чё, не-не-не. Падайте, я сказал. Поклонский, блядь, умирай. Минус одно тело, ты чё гонишь? Сказал падать. Спиной стань. Никогда не смотрите на райд, вы не видите, что ДПСа и так нету. Вы не понимаете, что одно тело это, бля, пиздец, как важен. Что хуя вы запускаете, вашу мать? Вы конченые, если вы не умеете следить, просто забейте на это все хер. Заебали. Кстати, без рейд фрейма вам что-то чешется? Рейд хочет по 1000 гп сейчас всех хапануть? Чё вы замолчали резко? Хочет чешется, выдернули мышку, играйте без мышки. На валькирах, кто пересечет линию ступени, где они летают, 1000 гп будет получен. Все сказал. Не дай бог вы выйдете из той комнаты и забагаете вальку. Стоите там. Я так на всякий случай предупреждаю, у кого чешется, побежать вальку сагрить и ее забагать. Сейчас я, короче, это офнусь, забафаю кулаки с паладина и зайду обратно. А не, может, ЧП спекнулся пока. А, Ваня спекнулся в ШП. Ваня в ШП не спекнулся. Это верит, что у них 3 хила захилят. Ну, 3 хила не захилят. Ну, там что такое? Да захилим. Смотри, сейчас фигнусь. Сейчас лучше слышно стало? Да. Мне кажется, не стоит. Стоит. ДПС-то не особо, чтобы
Мне так мало было. Как кулаки забафнул, сейчас захожу обратно. 4 хила еще справится, вот. 3 не знаю. Надо гимн, если на хп прочитать вовремя, нормально. Да, захили. Ну там главное, что танк прожимался, когда на сурке было где-то 80 плюс. Под берсой, когда уже 30 и меньше. Сурка. Вы захилите 2 хила? Ну в 3 хила, если что, у нас же... А, ну в 2? Ну, в 2 хила. Ты, лазипанк, видел, как она одета? Ты че, хочешь в моей смерти? Спрашивай, ты уверен в своем скилле? Не, спекайся обратно. Креста этого. Пускай нет, давай мы сделаем не так. Давай Тюменская, ты спекнешься в холипала, а Ваня спекнется в ШП, и тогда будет все окей. И мы с Ваней будем просто бить взрывом разума, а тогда будет все нормально. Ты фулбабка. Да, я лучше хочу, кстати. Так, на баб. Так что, кто из них спекается, то не 2 ДД пока стоят. Тюменский, да. Холипали уже, а Варенька в ШП, все нормально. Китикат, ты тут? Да ты заебал, минил Тарик хренов. Варенька, а не Варенька. Небо, пожалуйста, Вань. Так, Варенька, а не Варенька. Нужна кому-то рыбка? Я брат неба, ты знаешь? Я брат неба. Я говорю со звездами. А я сладкое варенье. Брат неба, все нормально. Ребят, все поели рыбу? И никто не ел? Никто, парните, 4 ебаных мага. Хавайте рыбу типа в центре. Сейчас 3 мага сторожила, ушел жену встречать. Хорошо, что не бегать. Откуда? Не знаю, где он жену встречает. Может, с работы. Это Хант, а ты своего волка резать не хочешь? Не знаю, что там. Волк, который может дать Миньелтору МК. Миньелтору или Миньелтору? Миньелтору. Миньелтору? Миньелтору, вы чё, пацаны? Чё это за ники такие, лояльность? Хан, подними своего волка. Он притворился мёртвым. Кстати, трэш бьем все. Первый трэш обязательно, а потом я ДК буду говорить, под какой трэш, кто как вызывает войско. ДПС слабый, так что надо войско. Когда я скажу. Так что не тратьте его. Смотрим бой. 3, 2, 1, погнали. По трэшу. Трэш. Играем в трэш. Кочек заберите. Кокер, давай войск. Кокер, войск. Земля обогрится вашей кровью. Надо подождать. Петраж.
Давай, Вась. Я? Только уже. Давайте, Фраш. Ромбик, Ромбик. Добейте. Упражнитесь, танки. Кто танчит сейчас? Мне давать войско? Да, давай, Лина, войско. Давай уже. Я пою гимн на ХП. Давайте войско дано, давайте отбивайте босса. Ваня, два гимн на ХП. Убили. А зачем гимн на ХП? Ну, потому что там было много ХП. Тут клинок упал, завоеватель геровский. Пройти клинок. Мы похороним тебя. Завоеватель, роль. Телезни, ты там спикнись, пожалуйста, Фила, мне отойти надо. Я так и не отошел. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Уза Левина передамажил Элим. За Леви и блок удалил. О, это пиздец. Он, ты чё? Чё я трэш не бил? Всё равно передамажил. Кванин 23 тысячи в трэш, я 107 тысяч в трэш. Хуйня какая. Ладно, чё, давай поможем на эту, на ступени агри. Animal Jaws, давай, на первую эту вайп, хорош. Всё, давайте, бьём её. Дальше, бегите. Это войд залей, лизнит это ему маны. Нет, эти надо, он пока хил спикнулся. Сагрили вали или забагали опять, я там на кустах где-то. Ты убили ее. По одну убили, еще одну. Все, поклонский ведет, давай. Ждем его. Побейте, Валь. А Диана, отходи. Без чего опять я бил сурка без внутреннего огня, все правильно. Сраный огонь. Твой приз не очень верил в себя, видать. Вижу этот огонь, это за 300 баба. Как в натуре, типа. На этот скриптовый макро, чтобы при касте вампириков всегда включался огонь. Пошли налил, чтобы не забагали опять, пока он к вам пидор не полезал. Еще в натуре забагаем сурка, так что давайте все разворотик и идем. Значит так, Юмиренская, Варенька, Лизерпан, Хатай, Лизни, Тотем. Слышь, этот Миньелтор, я буду, короче, рейд хилить. Обнажите клинки, соратники. Тебе. Нету спекнулся в танка. Чё? Не, не надо. Окей. Крок не побежал, стой. Не бей, не врывай. Крок стоит еще. Сейчас он побежит, он базарит, всё нормально. Да ладно, забагаем спать, пойдём, чё? Наоборот, лучше пока ты потом добить. Чё поздно. Чё-то не бежит, да. Алло, Крок. Стойте, не бейте. Просто танки, стойте. А куда стоять? Что делать нам?
Выйти, наверное, надо. Ну-ка, выйдите обратно. О, побежал. Побежал, красава. Молодец. Ойс. Это я Крока откинул. Тайфун. Войт, как дела? Что? Войт, как дела? Нормально. Убьем квадрат, все дружно прибейте квадрат, все. Прибейте. Никого на себя не видел. Скажите, бейте повелительницу льда. Кого не видно? Ну, за Ливина Антону. Чё-то не знал. Арон не сбрасывается. Квадрат, все в квадрат заиграли сейчас. Тупо в квадрат. Крест. Убивайте боссов. Потрэш. Да, тут мне понравился боком... полегче, чем этот трэш. Ребят. Клащ, я спрашиваю, много кому нужно тут? Нужен плащ. А это плащ, давай. Ну ладно, мибики, не идите туда, он сдохнет. Ну я вам ношу этот плащ, мне нормально, он классный. Конечно, предписывай народу. Ты да говно сырослуша, пошел в жопу, урод. Слышишь, ты урод, плащ нормальный. РДД. Тут он слева моб протопал, вывел. Тут РДДС заливается, нормально. Заливай. Дайте бафы по локу, дайте бафы локу, локу бафы дайте. Не давайте, он умрет еще. Да, видели, тратите. Вот обычный там можно дать пиздрев, который... А, ну давай. Первый уровень на 25 брони кинем. Дайте каску, каску. Может, Алима себе сделал. Дамажить Алима. Каску дайте, Локу, Локу, каску дайте. Это вы куда пришли? На Вальку? Лен, да. На Халена. Чемпионы серебряного авангарда! Жалкие невежи! Да вы их хорошие! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы! И все бурсты в нее отдавайте! Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Спекнись тут хила, да? Вальки, похилишь? Да благословит вас свет! Ты еще ГП, смотри. Что я наделал? Нет! Не дайте. А, капитана бить надо. Где капитан? Пижон, да, давай, пижон, спекайся в хила. Резнита там в хила, значит, по порталам летает Хатейла, Зипанк, Тюменская, Резнита там пижон. Не, пижон на рейсе. Не. Да, я не умею хилить Варю. Ну тогда Хатейла, Зипанк, Варенька, Тюменская, Резнита там, вы летаете и пижон на рейд. А ты уверен, что ты захилишь один?
Один? А с чего я один? Потому что ты... А как же Варенька? У нас, кстати, Ваня может. Я думаю, кому-то нужна рыба. Это может тут джиста поставить? Звездочку, вот вам звезда, не квадрат. Поставлю, вот за квадратом в порталах будете летать. Точку сбора только объявите там себе какую-то. Точка сбора у собора. Сторожи луки к ним, чтоб запустился ивент. Все, давайте, все готовы, погнали. Танки, хилы. А у тебя есть на лоб конь? Залечите мои раны. Антон, на лоб есть конь? Ну да. Бля. Херово, чё? Я её продал за 15 тысяч. Фу, РЛ кидала. РЛ должен за левину 15 тысяч голдов. И мне ещё 10 тысяч. 5, иди вон, те штаны стоят 5. Ты у меня кредит взял на них. А с процентом годовых. Конечно. Считай. Давайте по порталу. Пипец, вы стахи собираете прям. Кто-то один летает, не говори. Собирает за всем. И вообще еще мог спекнуться в полипало. Вот это я протупил. Я протупил. Я вылетел, походу. Я. Он? Ваня, вступи. У нас Ваня. Этот. У нас танк протупал вылетел. Кого поднять? Эй, можете бить, нет? Вылетел, танк вылетел. Морды. Морды собираем. Ну по-клански один танщи, в центре танщи. Просто тащите танчик в центру. Кого-то поднять? Да, Йоши, поднимай. Все в жирного все влупились. Не, лучше в подавление, не? У нас один танк, лучше в жирного. Давай жирного. Маг. Я его притянула. Давайте жирного. Чтоб пускова, ну, прохиливать можно было. Все нормально. Подтанчится в одну от типа, танка, то типа он уже собирает трэш, получает ему дамаги, лучше убивать жирного. Это профитнее. Да сука, как можно так по одному летать? Лэзи пан. Потому что я сзади стояла, отдельно от всех. Чтобы ну, разбирали. Один, прибеги ко всем сейчас Геру дам. Ты говори, к хвосту или к голове летишь, пусть они летят к тебе. Тут только 67%. Блять, вы шо, больные, Геру, давай. В портал заходите. Идите лучше в портал, вы не захилите. Конечно, заходите. Зачем заходить в портал и собирать по три портала, я вот этого не понимаю. Думаю, что за порнография? В сове шмоте хилю, заебись. Вы только не умирайте от трэша. Гим. Еще заходим в порталы. Зачем мы захилим? Да, можно захилить. Дайте там именно на хп, если есть. Сдал свой. Если что, я один приз придет. Подавление. Да,
там где отожми. Бейте подавление. Сцены подавления, давайте. Тут ничего интересного, кроме поинса. Девап не поинс. Да ты же в РК можешь говорить, что ты, блин, сказал бы там, хвост в голове. На оф можно паролить? Да, можешь играть. Не, мы типа с одной стороны летели все налево, все было заебись, а кто-то один летел справа, ну, постоянно. Всегда летел один человек, который собирал у нас портал. Всегда один и тот же. Помните сапог? Какой? А какие лучше сапоги, эти или из РС-ки обычки? АДК с РС-ки. Блин, в смысле танковские? Кому-то надо в ванне найти сапог? Пройти это.